Там сказали, что я пропустил один стикер рядом с комнатой охраны. В комментариях. И еще где-то 3 стикера должны быть. Хер его знает где, правда? То есть сейчас меня везде будут пускать, да? Ну да, все неожиданно куда-то свалили, ага. Что же еще делать-то, кроме того, как работать? Если секрет есть, пили. О боже мой. О нет. Нет, что-то здесь как-то легко. Естественно, сейчас на одном месте буду заваливаться на каком-нибудь... Вот здесь, вот на вот этом месте буду заваливаться стопудово 3000 лет. Санзава бичес. Да как так-то? На таком месте завалился. Wait for it. Wait for it, go. Завалился на таком месте, капец. А тебя пойдем себе без записи, хорошо, нам хватит 4 больших записей. Из судовых журналов Эдварда Джеймса Кенуэя. О боже мой. Это рассказ. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Нёп! Нёп! Нет, читать я это не буду. Спасибо, нет. Нет. Это ничего не имеет общего с игрой. Мне абсолютно насрать. Бла-бла-бла. Все такое. Ну, вы поняли. Так. QR-код рядом с комнатой охраны. Может быть, здесь есть? На унитаз что-нибудь налепили. Извращенцы. Это же этот Джион был. Это же он налепил всяческого говна. Так, окей. Рядом с комнатой охраны QR-код. Не здесь, нет. Здесь-то я бы... Ага, вот здесь. А, здесь еще серверная, которую я не взломал, окей. О, боже мой. Тут же двойная загадка. Так. 7, 7, 7, 7 и 3. Что тут думать? Ну давай, ну я понял. Ну что так долго мини-игру что ли загрузить? Боже мой, сейчас какая-нибудь сложная херня будет. Опаньки! Теперь нельзя проникать за бордюры. Ну, как я это делал много-много раз уже, так что... Это шутка такая, да? А, что? Что? Почему? Почему? Я уже встал там, почему меня взорвали-то, я не понял! Что за бред? Я вот сейчас вообще не понял, что произошло, если честно. Фак. Окей. Надо в самый верх уехать. Как-то рассчитать это все и сразу... Через две линии пройти. Да бляха-муха! Почему? Она что, наезжает что ли на меня? Я вообще вот этого сейчас не понял. Ну, зашибись просто. Ну охереть, Ubisoft, что вы делаете? Успел, похоже. Фак, я был близко. Я пытался уйти от нее.
Окей. Экшон! Столько экшона! Капец. Вау, и мне дали картину. Одаренный, обходительный и галантный Хейтем Кэнуэй стал героем для поколения людей, отчаянно нуждавшихся в решительном и харизматичном лидере. Служба Кэнуэя на посту великого магистра колонии оборвалась в 81 году. Его зарезал неблагодарный сын, неспособный оценить мудрость его прагматичного подхода к политике и личной жизни, при котором нет различий для представителей разных рас. Окей, еще 7. Еще 7 компьютеров, 4 QR-кода. Кода. А, вот он. Окей. Пока что не читаем, я потом прочту все подряд. Еще 3. Такс. Здесь вроде ничего нету. Здесь я все собрал. Ну, если что, просто заюзаю гайд. Прощаюсь, Доки Мир. Нет, окей. Было бы клево, если можно было спрыгнуть. Взял, спрыгнул. Ну, внизу еще двери есть. А, внизу. В лобби. Что-то у тебя сколиоз, чувиха. Это что, памятник сколиозу? Что это? Вообще-то мне на этаж 15 холл, ага, который этаж 1 на самом деле. Чё, они, как они могли пропустить-то? Как они могли вообще написать этаж 15, когда это этаж 1? Я тоже думаю, этаж 15, этаж 2, снова этаж 15. Думаю, чё-то не так. Думаю, я со мной что-то или что-то не так. Может быть, я не знаю, как устраиваются этажи. Почему этаж 15 написано снизу? Подождите, новая баба стоит? Или это та же самая баба? Ой, QR-код, естественно. Осталось 2. QR-кода. Кода. И 6 компьютеров. 1003. Ну вот это посложнее будет, окей. Двоечка, по-моему, троечка. Здесь должна быть семерочка. А, двоечка. И маловато. Снова маловато. Многовато теперь. Ага, окей. Нет, пятерки вообще не должно быть. А если так? И здесь на 2. Да. О, боже мой! Да-да-да, доступ разрешен, я понял, спасибо. О, господи, еще один взлом. Пусть это будет шарик. Не. Хотя нет, вроде тут легко. Сказал Илья, завалился на третьей же полосе. Вау. А тут непонятно, куда идет вот эта полоса, которая... превращается. Я думал, что она тоже вниз идет сейчас. Охереть. Окей, она идет вверх. О, фак. О, фак. А, блин. Вверх зачем-то нажал. Сейчас бы завалился, было бы смешно. Ну, а что здесь? Какая-нибудь тоже полезная, интересная информация, просто обосраться, да? О, боже мой! О, боже мой! Ладно, поехали слушать. Surrogate Initiative. Test session 37. August 9th, 1981. Host Eileen Bock. DNA sample SB1970. Open! Good morning, Ms. Kurtz. You look well, considering the circumstances. Are you rested? Have you eaten?
Your friends are dead, Miriam. Bartel Schink and all his navigators, his Edelweiss pirates, executed for 5 counts of murder. It has a trial. You must be proud. There was no need! They were scum! All of them! You hear me? All of you are scum! 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 I see it so clearly now. She didn't break, did they? You have nothing! Quiet, girl! You don't have the artifact! If you did, you wouldn't be talking to me at all! Never use lay seat! I said never use lay seat! Never use lay seat! Eileen, open your eyes. Can you hear me? Eileen! Eileen! Power's off! Get the position in here! Step aside, son! Eileen, talk to me. Can you open your eyes? Clear! Oh, God. No response. Notes towards a speech in honor of Dr. Eileen Bock's premature retirement. When I first learned of Dr. Bock's unfortunate accident, I couldn't help but feel a great sense of loss at... No. Dr. Eileen Bock has and always will be a friend and colleague. When I first learned of her unfortunate accident, I was shocked, of course. To see any friend injured in such a way is deeply upsetting. And to further learn that her injuries were severe enough to force a premature conclusion to her brilliant career, well, I would not wish that fate on anyone. But, if there is any solace to be found in her accident, it may be this. That she was injured in service of her research, in service of work that she cherished most dearly. And it is due to her diligence, that some of the mysteries of genetic memory have been further illuminated. And while it is true that work on her project, the Surrogate Initiative, as she called it, has been temporarily halted. The copious amount of work she has done over the past 3 years has been incredibly valuable. So while her work has been suspended for the time being, her legacy will most certainly live on. Вонючий кошатник! Quiet! И чихуахуа у него! Урод! Я только не помню, как мы его загасили. А, его, по-моему, Дезмонд убил сам. Ручками. Ой, прямо здесь даже компьютер можно взломать, окей? Не, все нормально, чё? Просто человек стоит, взламывает компьютер. Подумаешь, чё? Придешь ты, Microsoft, такой, USB-флешку засунешь на лобби. Тебя будут спрашивать, ты чё делаешь, дебил? Да так ничего, компьютер взламываю. О, фак, куда она едет? О, фак. Need for Speed отдыхает. Куда вот это едет? Куда она едет? С первого раза, ребята, скилл!
Скилл. По крайней мере, мы собрали... По крайней мере, мы собрали все аудиофайлы объекта 0, так что... We are attempting to synchronize the DDS system. This will only take a moment. We are almost there. Что за Элизабет Джейн Уэстон? The DDS is now in sync. Thank you for your patience. We hope you enjoy your experience. Rudolf II invited many notable figures to his court, making Prague the center of European culture. Among them were Englishman Edward Kelly and his stepdaughter, Elizabeth Jane Weston. Observe her and report any alleged collusion. Что за хрень? Это типа тизер новых частей, что ли? Окей. Да в жопу Прагу! Кому нахер сдалась Прага, господи? Хотя, если не Влада Цепиша, допустим, хотя бы... Влад Цепиш, он же, по-моему, не в Праге. Властвовал, что? Что? Вот это что сейчас было? О, это здесь посерединке забрали островок безопасности. Ну что это опять было, ребята? Меня что, догоняют они, что ли? А почему я не двигаюсь с той же скоростью, что я и полосочки? Так, ждем большую. Вот так вот. Чтоб без проблем. Еее! Скилл! Скилл, ребята, это скилл! Скилл, я на Тетрисе так в это затрачивался, просто капец! Тетрис был в детстве. Да в жопу вас! Это такой интервью? February 12, 1981. Qualitative personal interview with subject 1. On ancestral research regarding Avalon de Grand Prix. How are you feeling? Any side effects? Not really. Aside from the headaches. They've been worse since I started staying in longer. But I don't want to stop. I like her. I want to know what she does next. What's it like? Reliving her memories. So different. The Animus, I mean. The past. At first it was confusing. Distracting. Like New Orleans? The stench. I wasn't expecting all the smells. Smell is the sense most directly linked to memory. When I'm in her memories, it's like I can smell more than I usually can. In general, women have a more acute sense of smell than men do. I had wondered how that would translate. Anything else? У меня были титьки! Ни разу не скажешь об этом, нет? She's smaller than me. But it's like her body could do more. Did that surprise you? At first, yeah. The ERA people might hate me for this or whatever, but I don't usually think of girls that way. Climbing things. My mom, my sisters. The animal feeling of Aveline sinking her hidden blade into the throat of... Go on. It doesn't feel feminine. What I think of as feminine. But then at the same time it does. Her center of gravity is way lower. That was a surprise. How easy it is to land. How steady I am on her feet. Sorry. This is hard to talk about. No, it's fascinating. This is what we need. Pure experience, in your own words. Okay. Can you tell me about Gerald Blunk? What about him? He and Avalon were close. But we haven't been able to ascertain if he might be your missing ancestor. Do her memories suggest anything to you? Does this make you uncomfortable? Remember, these are her memories. You're just playing them back. It's not even acting. You're a researcher. Like you say, I haven't experienced her consummating anything. That would be... Anyway, I think maybe she was confused. Oh. Well, first of all, I don't really know for sure, okay? I mean,
guys think about sex more than girls, right? That's a fact. Я не такой, потому что я гей. As a researcher, what did you observe? Does it mean she's more like a guy if she thinks about? Is that why she's able to assassinate? Well, okay. Here's the thing. I don't know her thoughts, but from what's in her memories, physically, the fidgeting, some hesitation, what she looked at, who she looked away from, the things she didn't say when I expected her to. If I had to guess what it meant, I would think she was thinking about sex. But I'm a guy, so I would think that, right? So what does it mean for women to act that way? It has to mean something else, right? As a subject, you're able to observe more finely than I am in review. What about unwanted attention from men? Well, I thought that would be the hardest thing to deal with. А, вы про анимус? I'm not into that, for the record. Not at all. Yes, I know. Чё ты врёшь, ты француз? But the way she dealt with it, it happens so often, she... It's like you stop noticing everything she does to avoid it. Crossing the street, eyes in the back of her head. She knew how to handle herself. When she was charming, felt kind of similar to killing. Or the build-up to killing. Can we take a break, Mr. Vidic? Of course. Ready to go on? Yes. Avalyn was black. And white. On her father's side. You're sensitive to that? I guess. I mean, I'm white. Avalyn looks black, so that's different. But you get used to it. Like with the girl thing. Until someone makes you not used to it. What do you mean? I don't think I've ever had to think so much about what I'm wearing or how I'm walking. But Aveline, it's like she goes through her whole life in these uniforms. People expect her to behave in a certain way. Definitely. Sometimes I worry I'll slip up and play too relaxed at the warehouse and, I don't know, blow her cover. You can't blow her cover. I know. I'm just replaying the memories. I can't change them, I know. But I see it, right? It's a risk. It's... Stressful? Yes. It's best when she goes out as an assassin. On the roofs or in the bayou. I think she was more relaxed that way. Can you imagine? You're only relaxed when you're going to kill someone. Let's stick to memories rather than imagination. What about the slaves? They're kind of just everywhere. I mean, that sounds bad. Slavery is bad, but no one's acting like slavery's bad. It's fun when she frees slaves. Is it supposed to be fun? We're not looking for supposed to. Focus on what it is. Надо было получше технику брать, чтобы до конца все записывать, кретин. Так, здесь я был, подозреваю. Эп. Ну почему я тебя не взял? Сколько осталось? Один, да? Ага. Окей, и там, по-моему, еще комнатки и внизу еще в северной что-то осталось. Помните, там чувак сидел? Компьютер, в смысле, остался. Здесь-то дверки открыты, нет? А вот и последнее. А? Манифест орудий первой воли? А где все заметки тогда? Смотрите, у меня... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Окей! Вроде бы 20 заметок было, видимо, одна уже была. Ладно. Давайте все по порядку тогда прочтем. Манифест орудий первой воли написано истинным учеником в 21 день месяца октября 2013 года в ожидании годовщины ее вознесения, да направит она нас в тень. Жизнь священная и проста, драгоценная и ничтожна, приходящая и вечно
И потому мы покоряемся. Господи, я что, Библию сел читать, что ли? Жизнь могла зародиться в первичном болоте и зловонной чашке Петри. И потому мы покоряемся. Те, кто пришел раньше, вдохнули в нас жизнь и могут столь же охотно забрать ее, воспротився мы их изначальному плану, и потому мы покоряемся. Известно, что орудия, дома, машины, столовые приборы, карандаши, столы, книги, стулья, домашние животные, лампочки, мобильные телефоны, как-то здесь сексуальные игрушки как-то вот всунуло, отлично, понятно, о чем думает парень. Курорты, диваны, шезлонги, бассейны, косвенные побочные продукты наших генотипических проявлений, известных также как расширенный фенотип, и потому мы покоряемся. В 17-18 веках мир стал безобразным местом, века индустриальных революций обратили в прах его изначальный смысл. Тогда мы выпустили на свободу сотни и тысячи промышленных машин, не понимая до конца их мотивы и цели у самых истоков воплощения, ибо они были пока недвижимы и безмолвны. Машины, созданные нами, в свою очередь придавали нам форму, обуздав наши устремления и обладев разумом, как бы ни были они малы, объяли нас подобно железной деве, выпустив до капли нашу кровь. Мы слишком смутно ощущали свои истоки и оттого и создали орудия, которые не способны были понимать или контролировать. Как будто ткацкого станка нам было мало, и однажды наши рубашки и майки могут заговорить с нами, как будто этого мало. Возьмем, например, порох, что дал нам великую власть над огнем. Возьмем, например, дагеротип, что исказил наш взгляд на настоящую жизнь. Возьмем лампочку, что дала нам свет, когда он был не нужен. Возьмем автомобиль, что разогнал нас до скорости, которая может лишь привести к доселе невиданной нелепой гибели. Возьмем кино, что дарит нам ложь, как было сказано, однажды 24 раза в секунду. Возьмем граммофон, который сохраняет звуки, что должны быть мимолетны. По-моему, у чувака просто кризис среднего возраста, ему все кажется говном. Ну или просто он импотент, непонятно. И вообще все кажется говном. Возьмем телевидение, чья глупость очевидна. Возьмем видеоигры, чья глупость скрыта, и все вы знаете, что хотите, чтобы там было больше порнографии, и вы же знаете, это правда. А тут плоские жопы в игре! Вообще не на что посмотреть! Возьмем насыщенные жиры и кукурузный сироп. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Чувак, я это не жру. Которые нас отравляют и сою, что порой превращает мужчин в женщин. Возьмем компьютер. Че, правда что ли? Окей. Возьмем компьютеры. Ну вот теперь понятно, почему французы такие. Возьмем компьютеры, которые считают так быстро, что мы за ними не поспеваем, да мы и не должны. Мы несовершенная раса, отвратительные комки плоти с костями, неполноценные сами по себе. Для того, чтобы выжить, нам нужны хозяева. Мы должны признать своих хозяев. Признать их и покориться им. Покориться, ведь мы продукты развитой цивилизации разумных гуманоидов, но привязаны к земле, и посему должны сами быть орудиями, служащими намерениям и задачам наших создателей, несмотря на то, что силы наши ограничены. Да, мы покоряемся и признаем, что мы и есть таковые орудия, и цель наша та, что подобает орудия. Мы покоряемся, ибо мы молоты, лебедки и лопаты, созданные для определенной цели, придуманной не нами. Мы покоряемся в том, что цель наша неотделима от воли тех, кто пришел раньше. Мы покоряемся до конца всем телом и всей душой. Помните, что наше неустанное, дерзкое, пустое стремление достигнуть всего, что достигли наши предшественники, привело ко многим разочарованиям и катастрофам. Ядерное оружие, супервирусы, генетически модифицированная отрава, ядовитый воздух, пластиковые отходы в море. Ну что-то из этого весьма смешное и интересное, кстати. И список этот не закончен, посмотрите сами в интернете. ТОП-2! Но у всего этого в конечном итоге тоже была тайная цель. Нынешние ложные тамплиеры Абстерго следуют низменным устремлениям и ошибочно заявляют, что мужчина и женщина суть деликатные, разумные, чувствующие создания, ценные сами по себе и, следовательно, заслуживающие удовлетворения, комфорта и удовольствия бездумного. Ничто не может быть гаже, лживее, отвратительные вероломные ублюдки. Цель нашу мы должны не достигать, а получать дарков воплощения ее милости и драгоценное слово наставлений. Смерть ложным пророкам, праздности и удовольствий. Должен быть установлен старый порядок, а новый порядок разрушен. Истинные тамплиеры преданы порядку и стабильности и миру, который восторжествует благодаря воплощению ее железной воли, а не воцарятся среди отупляющих утех, удовольствия и праздности. Новый порядок — это болезнь Иунона, да направит она нас в тень и излечит нас. Помните об этом, помните, что недуг охватил нас, когда 18 век перетекал в следующий, и люди начали верить, что они уникальны и стоят в стороне от изначального плана. Люди избегали воплощения плана, звали нас рабами, а мы только выполняли свой долг. Затем революции в Америке и Франции вылились в эволюцию, затем в новые революции в России и Мексике, и Индии. И этот ужасный список все пополняется. Мужчины и женщины сражаются и умирают за право быть праздными, больными и довольными. Но она, да направит нас, она нас в тень восстала ото сна,
что длился десятки тысяч тысячелетий, и мы покоряемся, чтобы жить и трудиться рядом с ней. Мы – орудие первой воли. Помните, что наше неустанное, дерзкое, пустое стремление достигнуть всего, что достигли наши предшественники, привело ко многим... What? Я же только что это читал. Так... Тут одни и те же заметки два раза! О, господи! Окей. И как наши орудия, генетически обусловленные плоды нашей ментальной и культурной активности, так и этот мир, каков он сейчас есть и каким он будет, проявление первой воли, проявление трудов, и принадлежит от того не нам, но им, и это верно и хорошо. Провода, кабели и сети, что окутывают сейчас земной шар, принадлежат ей, они должны стать ее телом и разумом, что создала она когда-то, была воссоздана, и она возродится в новой форме. Прекрасной, 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 о да! Мир и все его цифровые технологии сейчас, проявление ее жизни, ее труда, начатого больше 80 тысяч лет назад, и теперь она пришла, чтобы заявить свои права, как YouTube. Она возродилась. Возлюбленная прекрасная Юнона, да направит она нас в тень. В тень, цифровой рубеж, сингулярный парадокс, пространство, где обитает она, сотканная из света и потоков тьмы. Вот что мы называем тенью, потому как мы орудие ее воли, орудие первой воли, изначальной воли. Мы покоряемся и даруем нашу веру миру. Мы покоряемся ради вечного служения и исполнения величайших задач. Мы покоряем мир, отдавая его ему самому, потому как он есть дар и жертва. Жизнь отдана жизни и смерть смерти, да светит она, мать, сестра, жена, возлюбленная, подруга. Какой-то инцест здесь немножко. Мыслью темные умы и даруют смирение тем, кто склонится пред ее мудростью. Направь нас в тень, возлюбленная, направь нас. Исцелись! Встань! Теперь ты можешь стоять! Аминь! Манифест орудия первой воли. Окей. Такая важная информация, я просто обосрался. Здесь тоже какое-то говно висит.